Лео в домике. А где еда его? А вон там его еда. Завтра у меня иврит, я готовлюсь. Совсем мало слов у меня в последние занятия. С одной стороны классно, с другой стороны, конечно, не очень. Всем привет. Большая часть урока это у нас разговорная. Проверяем домашнее задание мое. У меня здесь есть несколько предложений на перевод. Часто также преподавательница мне говорит написать свои собственные предложения поверх этого на иврите. И также мы проверяем слова. Все успокоилось в России. Я еще вчера читала про это, но, честно говоря, не поверила. Я думала, что это какой-то вброс. Легла спать с абсолютной кашей в голове. Сегодня с утра проснулась. И действительно, на всех ресурсах подтверждается, что все успокоилось. Но самое главное, что никто не пострадал из мирных людей. Что все в порядке. Жалко, сегодня экопарк закрыт. Сегодня у нас первый рабочий день недели, воскресенье. В воскресенье экопарк закрыт. Подожди, Лео, не тяни меня. Что тебе надо? Вышагивает сладенький. Ему уже все лучше и лучше. Тьфу-тьфу-тьфу, с ножкой. Видите, он потихонечку ходит. Но гулять пойдем, конечно, без обуви сегодня опять. Носочки. Что тебе включить? Про море. Про море? Да. А, Лео любит так в влоги. Так, это уже конец. Давай отмотаем начало, где Леушка еще на море купается. Лео так любит мои влоги вообще. Решут право разрешения. В полке Ашера я выгляжу килограмм на 15 шире. Будем переводить с русского на иврит. Курим хаявим лявиль, это аймадим, вылолот это лавим ласо, коль маше эмамдим. Ше эмадим, кавалим, а коль бли кавала, аз эмамдим ше лахэм магия, эмамдим ше коль магия лахэм, ועתיד эм מעלים ויפה. הם חייבים ללמוד, לבקש יפה, מה שהם צריכים, לא לקחת בלי רשות. הם חייבים לדבר יפה עם מבוגלים ולכבד את התשובות שהם לא. עצי דייתי, קרוצ'י תמה, взрослых детей, тема границ. Тема дозволенности, тема уважения младших к старшим. У него тут домик. Как хорошо тут, Леушка. Собираю все, что я возьму с собой. Я решила, что я все-таки зайду за Люшей в школу и сразу пойду в садик. Здесь у меня игрушки для Михаэля. Для Люши у меня игрушки уже на коляску прицеплены. Холодильничек, сумку, холодильничек я пока думаю, что положить. Думаю, макароны, огурцы взять и яблочки. Это для меня, это простая вода для детей. Вот такие одноразовые у меня приборы. Возьму хлебушек. И сейчас отнесу вот это в ванную. У меня закончилось. Это эстетика. Это любовь к себе. Аромат просто для ванны. Ну, я себе в ванную комнату ставлю. Матча грин ти. Приятный. Закрываем, палочки вставляем. Классно, запах приятный. Огурчики, яблочки, макарошки там уже внутри. Взяла хлебушек немножко. Тарелочки возьму глубокие и вот такие более широкие. На них будет удобнее яблоки положить, огурчики. Сигаретки, хотя, конечно же, это как-то иначе называется. Вот, ваша тут заначка я взяла. Тот, кто съест макароны, тот получит немножко таких вкусностей. Они любят очень. Внутри шоколад у них. Вот тяжелый. Единственное, что забыл расчесать. А я столько вещей, даже холодным, даже горячим. Например, что ты можешь есть и горячим, и холодным? Шоколад. Ага. Красавица. Опа. Водичку. Ага. Лео, давай яблочко. Яблочко больше? А суши? Суши тоже можно есть теплыми, а есть холодными. Можно холодными, можно теплыми. Сейчас нагреются быстро у Люши макарошечки. Яблоко она отказалась? Нет. Надо быть на солнышке. Ну вот оно же на солнышке у тебя, нахон? Да. Макарошки сейчас быстро нагреются. Предлагала Люше с той стороны на другой лавочке, но она выбрала здесь. Какой обзор хороший для Леушки. Все можно посмотреть. Спасибо. Да? Угу. Да. А вот это тепло. Фир, вот это тепло.
Очень чуть-чуть. Замаешь. Чем ты кинеза? Я хочу собаку, Люша. Я не могу. Вообще-то я не могу. Мать вот здесь грызла мальчику подушку. А, ну в это я могу поверить. Но самое главное, он не кусается. Ничего. Такой спокойный, послушный у нее. Ленивый. А... Это такая порода. Что еще? Кошки умеют помогать людям. Они могут полечить. Смотри как. Они, где вам больно, они лежат и начинают что-то делать. Да, у меня Вася был такой. Когда у моей бабушки болело сердечко, он ложился ей на грудь, на сердечко, и у нее оно проходило. Она сама мне рассказывала. Значит, почему ты хочешь собачку, а не кошку? Зачем разбираться? Все холодное. Леушка тут у нас подъедает огурчик, яблочко. Мишенькин друг пришел с садика и привел с собой сестричку. Сестричка дружит с Леюшей. Ну, так они хорошие, скажем, приятельницы, знакомые. И Миша с мальчиком очень хорошо дружит. Леушка испугался очень звуков. Здесь убирались ребята газонокосилкой, шумели, жужжали, и Лео очень испугался. Так нравится пирсинг, хоть мне и писали в комментариях, что этот пирсинг мне совсем не подходит, зачем? Но намного больше. Где он? Вот он у тебя, Соник. Но намного чаще я слышала, наоборот, комментарии о том, что как красиво, как круто, эти фадши, тебе так идет. Очень молодежь засматривается постоянно на пирсинг, и даже дети постоянно смотрят, и потом маме так тихонечко: смотри, у тети во рту, на губе пирсинг почему-то. Много положительного внимания мне из-за этого пирсинга. А что там было у тебя, я помню, пинук? В смысле... Я помню, булка и яблочки. Мишенька, прощайся с Итаем. Все, мы уходим. Прощайся с подружкой. Пойдем, Люлю. Кого? Можешь его повезти даже дома? Нет, к дому уже папа вам это даст. Ты, кто идет домой? А, хочешь, подождем его? И для его серии. Что за хомут? Такой милашка. Маленький друг Мишеньки. Время у нас уже 6:10. Сейчас Саша повезет Леюшу в гости к ее подруге. Она живет здесь. Из окна нашего видно их дом. Я хочу сделать тем временем вафли из печи. Так что давайте вместе это сделаем. Точное количество ингредиентов я укажу в описании видео, если вы захотите повторить. Но вообще мне понадобится соль, сливочное масло, яйца, сахар, молоко, мука, разрыхлитель, ванильный сахар, ну и миксер, и, конечно же, моя... Ой, надо сейчас поставить будет условие, чтобы масло, яйца и молоко были комнатной температуры. Но желтки от белков нужно отделить, что я и сделала, и белки мы поставим назад в холодильник. И будем работать уже вот с этим. Белки убрали в холодильник, желткам я добавляю сахар и буду венчиком их растирать в общую массу. Да, ванильный сахар. Если слишком густо, можно немножко молока сюда долить. Поэтому нам нужно добавить масло. Раздавливаем масло. Льюшенька уже у своей подружки. Ашеру я написала небольшой список продуктов. Там овощи. Молоко комнатной температуры или слегка теплое.
И опять все размешиваем. В муку мне нужно добавить разрыхлитель. Перемешиваем. Просеиваю муку, яйца, масло и молоко. Аромат-то какой от теста приятный. Еще на этапе готовки мне уже нравится запах выпечки со сливочным маслом всегда. Белки охладились. Сюда мне нужно добавить щепотку соли и взбить до упругой белой пены. Ушки мои. Все, они готовы. Следующий этап, мы вмешиваем наши нежные белки в наше тесто. Это нужно сделать максимально аккуратно, нельзя, чтобы белки опали, поэтому будем делать это лопаткой. Белки у нас получились отличные. Осторожными движениями вводим белки в тесто. Без резких движений. Тесто готово, оно получилось роскошным, оно очень вкусно пахнет, очень сладенькое и нежное. Теперь я буду готовить вафли. Буду выкладывать. Готовую вафлю я хочу помещать вот сюда на решетку сначала, чтобы она остыла. Это даст ей хрустящую корочку, и она останется мягкой, воздушной внутри. Хочу именно такой эффект. И потом буду уже на тарелочку класть. Миша там ждет, не дождется. Такой мультикейк мы купили в разгар короны, мне Ашер купил. У него очень много насадок, это только лишь одна из них. Лео ни в какую не ест вафли, вот не его это и все. В прошлый раз не ел, сейчас тоже посмотрел, одного взгляда ему хватило, он даже не стал пробовать. Вот не любит и все тут их. А вот я попробую. Вкусненько. Тесто очень нежное, сливочное, аромат такой убаюкивающий, аромат детства. Я уже заканчиваю, у меня последняя партия здесь лежит. Сейчас вот это разрежу на 4 части. Что-то мы уже подъели, я съела 4 штуки. Самые вкусные вафли, это, конечно, когда они горячие. Вот так начинаешь есть, остановиться уже потом не можешь. Они. Увидимся с вами в следующем видео. Всем бай-бай.